Еще один железнодорожный переход из России в Китай планируют построить на территории Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Забайкальского края рассмотреть вопрос создания упрощенного пункта пропуска через госграницу. Речь идет о селе Старо-Цурухай, где на сегодняшний день действует автомобильный переход. Рядом с ним планируется создать переход с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типов. Также в документе говорится о строительстве железнодорожного пограничного перехода при Аргунске. Отчитаться об оценке возможностей и перспективах строительства поручено до 15 марта 2024 года. В Забайкальском крае штрафовали компании, занимавшиеся строительством домов для детей и сирот, за нарушение сроков работы и некачественную работу подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В сообщении говорится, что в этом году в Черновском районе завершили строительство многоквартирного дома для сирот. На этапе строительства, уточняется, подрядчику было внесено представление об устранении дефектов из-за нарушения срока контракта и некачественных работ. Компании назначили штраф в 7,7 миллиона рублей. Помимо этого, в доме отсутствовала горячая вода в первом подъезде. В настоящее время недостроенным остается дом для детей-сирот, возводимый в железнодорожном районе. Напомню, в Забайкалье возбудили уголовное дело из-за необеспечения жильем детей-сирот. Ранее сообщалось, что в Чите компанию штрафовали почти на 28 миллионов за невыполнение контракта на строительство дома для детей-сирот. Счета медицинских учреждений Забайкальского края стали блокировать из-за долгов. Об этом сообщили на заседании Комитета по бюджетной и налоговой политике регионального ЗАГС Собрания. В прокуратуре рассмотрели проект бюджета Забайкалья на 2024 год. Кредиторская задолженность, которая долго не погашается, составляет 120 миллионов. 97% приходится на медучреждения. Ситуация усугубляется тем, что с ноября осуществляется блокировка счетов 17 медицинских учреждений по причине длительной просроченной кредиторской задолженности по налогам и сборам. Об этом рассказал представитель прокуратуры края. Власти выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек. Отрицательный отзыв Минфина на этот законопроект поддержали уже три министерства – Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Чиновники считают, что жильцы смогут сговариваться и злоупотреблять таким правом. Например, запрещать работать в доме одним предпринимателям и позволять другим, получая от них преференции.